Корабли на днище уходят с якорями, парусами. Всем доброго времени суток, с вами Свитнбест Жизни. Сегодня будем страдать за такую деку, как вот, которую вы видите, в принципе, но... Да, я понимаю, сюда можно спокойно ставить... Такие кубы, как... Где они у нас? Вот, такие как... меч, или как он там называется, да, Sword Dice... Или луну. Без проблем ее можно ставить, но еще прикольнее, конечно, смотрится Royal Dice, который прям не очень приятен. Ну или универсальный IXC, ой, ну короче, хаки, но я лично его не приветствую. Окей. Давайте рубанем бой пока что. Очень много подряд боев я сейчас продул, поэтому видос опять начинаю заново, в надежде, что мне попадется противник. На шестой арене, ребята, я с девятой арены специально слился, чтобы немножечко, скажем так, подфармить золото. Хотя, знаешь, это делается все-таки на других аренах или вообще в испытании соло-мод. Но, не, ребят. Я хардкорный пацан, буду делать все по-своему. Сливать арену зачем-то, непонятно зачем. Так, солнышко... опять сильные противники. Да почему? Хорош уже. Ладно, выясним, сколько крита, и посмотрим, есть вообще шансы хоть какие-то. Да, я не увижу крит. Да, это будет сложно. Не, я, короче... А, вот 200 крит, это получается 60 где-то, да? Сколько... 1000%, это 600-700% у него где-то крит получается, если я правильно посчитал. Ну да, а нет, хотя со скольки этот крит? С 11 или 62? Ну короче, очень большой разброс у меня по поводу того, сколько у него крита, поэтому пока воздержусь от точных предположений. Но неприятно все равно. Так, еще бы один... А, нет, возьмем телепорт, а потом уже что-нибудь. Хорошо, можем объединиться в будущем. Два льда нам... Ну, пока понадобится. Пока. Хотя именно сейчас, в данный момент, они не нужны. Вот именно в данный момент вообще не нужны. Ну, пускай просто так валяются у нас. Или нет? Блин. Не фартануло. Нам надо прорастать и что-то делать, потому что сейчас очень больно будет все. Не фартанул. Ладно, объединяем. Фух. У него тоже огонек есть. Ну и он не вытаскивает даже первого босса за счет того, что у него нету просто солнышка. Не выпало, не фартануло, но еще одного моба любого пропускает, и уже он будет очень жестко страдать. Но у него выпал уже золотой меч, и мне будет туго. Поэтому я просто сейчас должен забирать абсолютно всех мобов, которые только заходят на арену. И, наверное, потом апаться как-то. Ну, гасит он, конечно, не слабо, если подумать. Можем, знаете, даже выпустить мобов после того, как выйдет мини-босс. Потому что мне будет очень прям эффективно это сделать. Выходит, выпускаем. И мы даже не рушим конструкцию из солнышек. Очень неплохо, потому что они по чуть-чуть подставляются, не дают атаковать. Все, ребят. Неужели это изи вин? О! Изи. Так, первая победа неплоха. Окей, ну да, тут я, конечно, посчитал прям неплохо. Если у него солнышко бы выпало хотя бы одно, ну блин, братан. Чё-то он не то творил. Весь бой. Честно, как по мне, самый сложный, на самом деле, здесь класс.
Это шестой, потому что именно на нем находятся самые непредсказуемые пацаны. Также шестой класс это тот класс, кто смотрел видео про ботов на моем канале, тот знает, что боты те знают, что боты имеются, как сказать, появляются после трех поражений. То есть на четвертое поражение вы сражаетесь с ботом, у которого нету никнейма, и который выставляет кубики примерно так. Раз, два, три, четыре. Вот видите, вы же помните, как мы выставляли. Раз, два, три, четыре. То есть сразу тыкали, утыкивались. И очень быстро выходили кубики. Но боты они делают, конечно же, по-другому. Раз, два, три, четыре, как записано в ихнем коде. Делают это медленно. Вот, пока я очень надеюсь, что не фартанет ему на жертву какую-нибудь. И он не сможет нормально отбиваться. Если выпадет ему жертва, мне будет плохо. Потому что жертва будет наносить за него урон. Я тогда уже не смогу нормально отбиваться. Даже я пока буду улучшаться все-таки. Не хочу я получить от босса ни одну оплеюху. Выходит первая жертва и начинается немножечко месиво. Надеюсь, эта волна не прекратит идти. И дойдут мобы. Нет, уже не дойдут все. Или. Ну же, хотя бы один. Ну же, пожалуйста. Нет, очень близко, но нет. Ну вот тут, конечно, босс, я думаю, ему жизнь подпортит. Ну, вернее, мини-босс. Хотя он в точках вырос очень сильно уже. Все, да. Фартануло, что быстренький моб добежал. И поэтому эта катка тоже быстро закончилась. Инь-янь я люблю. Даже сказать так, инь-янь я не люблю, но в то же время и люблю. Причина, думаю, понятна. Люблю, потому что он вот в такие ситуации может попасть даже до первого босса. И не люблю, потому что когда он взрастается и нету босса такого, как Кингс, мы вообще ничего сделать не можем. Я, допустим, максимум доживал до четвертой волны, и на пятый выпадал этот самый босс. К счастью, у меня очень сильно прорастали кубики солнышка, там до 4, до 5 точек, и я выживал только благодаря этому. Так, здесь у нас нестабильное развитие, волна, ну, неплохой, скажем так, состав кубиков у него. Не знаю, пытаться ли, ну ладно, подождем пока. Здесь нет смысла, конечно, пытаться его выгасить на первой волне, просто забьем столик. В надежде на то, что будет взращиваться он по полной, конечно. Наверное, даже на первой волне краски надо будет взращиваться мне. Учитывая, какой босс, это для меня будет только выгодно. И большие корабли. Корабли на днище уходят с якорями, парусами. Пока, кстати, заметьте, даже не сбилось ничего у меня. Кстати, у меня такое ощущение, что увеличили время развития вот данных кубиков роста. Потому что мне такое ощущение, что они были 7 секунд, а стали больше. Очень надеюсь, что хотя бы один из этих кубиков прорастет в огонь, и я перестану так их быстро убивать. Потому что мне хочется больше сейчас заниматься воровством кубиков. Мои молитвы были услышаны. Сейчас мы будем улучшаться в другую тему. Затем будем гасить все, что мы наворовали со стола. И надеюсь, что что-то подфартит нам. Угу. Так. Так, хорошо. Просто полностью прорастаем мы в этом раунде. Стол почти идеальный, ребята. Очень много льда выпадает нам. Вообще бесполезный шлак. Но есть и телепорт, а это хорошая новость. Может выпадет огонек? Нет, нет. Я хочу огонь. Ребят, мне нужно, чтобы выпал огонь. Какой-нибудь хороший, мощный огонь. Четверка, ничего. Так, лед должен оставаться у меня, поэтому создаем два. Да, хорошо, есть телепорт. Четвертый огонь, как я и желал. Но теперь нужно забить стол, чтобы вывести, получается, раз, два, три, четыре, пять.
6-7. Где-то мне нужно еще найти два огня. Первый находим, второй. Второй тоже находим. Теперь у нас очень большая заявочка на победу имеется. За счет просто куч телепортов и возможности объединить единички огня при необходимости. Улучшив потом стол, ну, забив стол и с возможностью вытащить, опять же, кубики огня. В общем, очень большая заявочка на победу у нас. Будем надеяться, что все как надо пройдет. Главное, случайно кубик не призвать какой-нибудь, а то будет все плохо. Что ж. Начинает зависать игра, если еще раз произойдет, я закончу видос, потому что такие моменты бывают, и это очень плохо. Телефон нагрелся уже у меня. Телефон не приветствует, что я снимаю видео в таком хорошем качестве. Такой игры. Поэтому данную игру я теперь много снимать не могу. Так, следующий босс, кстати, уже заслуживает того, чтобы я выпускал телепорт. Разряжался, скажем так. И, наверное, я это сделаю. Сейчас улучшим огонь. Или телепорт. Телепорт у нас так и накопится, поэтому огонь. Хотя, да-да, огонь. Теперь подкопим СПшки, чтобы после... объединение забить стол с возможностью полностью забить столик на выбивание огня. Шанс, чтобы был побольше. Ну, короче, пока подождем. Но босс, конечно, будет не очень приятно ему, и мне тоже. Но ему, думаю, подавно. Особенно, если очень рано выпущу, скажем так, мобов, то он просто не будет успевать гасить их всех. Даже сейчас, сейчас, ребята, смотрите. Смотрите, ребят, там есть очень красивый шанс сейчас прям победить. Выглядит он вот так. Мы сейчас выпустили всех за мини-боссом. Таким образом, мы должны побеждать. Потому что мобы пойдут за мини-боссом, но не доходят. Ай-яй-яй. Как-то больно, ребята. Это так больно. Ай. По косарю урона наносим, по 2, по 3000 наносим урона по боссу. Жесть, конечно. Да, я думаю, я выиграл наверняка, если... Ну, хотя да, я выиграл уже. Все, победа. Изи вин. Ну, блин, конечно, неприятно. С такими темами здесь. Столкнуться. Прям больно. Ну, наверное, на этом все, или еще сыграть. Сколько видос длится? 13 минут, да это мало. Давайте еще боек. Может быть, что. Кстати говоря, бывает... ну, в кооперативке, когда играю с индианем, с одной из лучших сборок, вот, на развитие, ну, бывает, попадают какие-то такие, ну, извините, конечно, за грубость, но тупые игроки, которые изначально тебя пытаются прапать, и ты такой смотришь на это и понимаешь, нафига ты меня апаешь? У меня здесь, к примеру, рост бесполезный, у меня там то-то бесполезное, у меня это, и ты имеешь огромный шанс попасть на вот это что-то бесполезное. Улучшить мне и подвести меня просто под какие-то ловушки, из-за которых я даже не смогу нормально потом улучшаться. И уже, ну, даже я не соединю пересечение себе, потому что целая линия блокируется какими-то там четвертыми ростами, ну, хилками, да? Вот, сидишь такой и думаешь, зачем он это делает? Вот, а бывает, вот как в прошлой игре, которая у меня была именно в кооперативке, попался мне грамотный инь-янь. И вот там я, конечно, просто порадовался тому, что такие игроки существуют. Так, ладно, придется мне объединяться тут. Угу. Выбора, к сожалению, здесь у меня не было. Иначе очень много мы пропустим. Все, собрали огонь. Теперь необходимо улучшать его.
Хотя бы до троечки. До третьего левела, чтобы он был. Ну, у него контр моих телепортов это Берс, который будет, конечно, больно бить. Здесь, да, здесь нет слов. Неприятный тип. Что, объединиться? Нет, нет. Решил не объединяться, теряет одну точку на кубике. Вернее, теряет кубик с двумя точками. Это для него болезненно. Что, не объединиться? Не успел долететь. Ладно. Сайленс. Знаете, я думаю, попробовать кое-что сделать. А именно собрать телепорты на каких-нибудь двух, ну, короче, сбить. А, даже не то, что сбить. Активировать его имберсерка за секунд там 10 до самого босса и на боссе выставить оставшиеся телепорты, потому что это будет, ну, считаться мощно. К тому же у нас есть что выпускать, смотрите-ка, ребята, очень немало всего. Поэтому возможность того, что тактика сработает, очень велика. И, возможно, следующий босс, это уже будет победный. Если, конечно же, у него не будет много шестеренок. Угу. Все, я пока оставлю все дело. А хотя, смотрите-ка. Ну да, все верно, я, получается, подумал. Примерно уже... Хотя, смотрите, если повезет, то даже... Эти мобы будут доходить до конца и... Нет, ни один не дойдет. Что, будем активировать или как? Нет, не будем, не будем. Смотрите, фишечка. Раз, и рейд-босс доходит. Мини-босс. Все, очень фартануло мне, конечно. Мне нравятся вот все-таки телепорты тем, что они очень жестко забирают фарм, и противник не может, ну, адекватно объединяться, адекватно все это... выставлять достаточное количество кубов на стол. Это здорово, конечно. Такие нерфы, это прям шикарно. Кстати, кому интересно, можете в комментах написать, стоит ли вообще открывать привас, то есть сделать какие-то открытия на, там, на сотню сундуков. Надо ли это вообще, или просто выбивать лично, ну, скажем так, самому легендарке. О, ребята, Ник прекрасно описывает данного игрока. Лютый. А, зачем? У него есть прицел, у него есть огонь, у него есть рост. У него есть нестабильное развитие. Офигеть! Жесть, ребята. Мне нужен срочно какой-нибудь хороший босс. Очень срочно нужен. И причем чем быстрее, тем лучше. Так, так, что делать, блин, сложно, не могу. Мне нужно улучшение и боссы, хорошие боссы. Ё-моё, это будет больно и неприятно. Огонек, пожалуйста, можно? Буду признателен. Спасибо. Да, я знаю, что сейчас кто-то скажет, ха-ха, ты разрушил себе стол, вернее, огонек, но я это намеренно делаю, чтобы телепорт немножко настакались. Блин, мне будет больно. Ну, босс первый, как обычно, очень простенький, мы его должны гасить тоже просто. Ой, сложно, ребята, сложно. А сложность в том, что у него, смотрите, что проросло. Это жесть. Капец, как я его должен побеждать, по-вашему? О, ну если таким образом... Ребят, я чё, я против, что ли? Не-не-не-не-не. Я ни в коем случае не против. Главное, теперь забить телепорты будет. На троечку попадем или нет, или телепорт выпадет, пока не буду рисковать. Достанем ли мы семерочки? Вот вопрос. Да, сможем.
смогли достать семерочку. Так. Теперь надо улучшаться. Угу. И искать двойку телепорта. Вот тут уже будет мне сложно сделать, потому что, разрушив конструкцию, я себя подвергну небольшой такой опасности. Но мы ее можем и не разрушить. Может, нам фартанет сразу. А может и нет. Может, и не фартанет. Опасная ситуация. Не выпадает. И надо, наверное, пока ожидать. Так, тройка, тройки у нас только лед. А, блин, больно. Сложно. Вот это. О, все, ребят. Вот почему я не люблю солнышко плюс. А, капец. Ну, считайте, все. Здесь я уже сделать мало что смогу. Сайленсом, что бы он там не блочил, это будет бесполезно. Хотя огневой мощи у меня, как вы и сами видели, только что было больше за счет того, что у меня апдейт 4-го, у него 3-го, но он только что прапался, да. Соравнял он все. Так, 3-й не хочу получать. Попробуем тут что-то найти, не выходит. Вернуть, а я смогу. А я не знаю. А я не знаю. Вернул. Улучшились до максимума. Блин, ну сложно. Так, у нас троек нету. Солнца. Попробуем вот так. Объединять солнышко или нет. Давайте рискнем. Выпадает рост. Это худшее, что может быть сейчас на самом деле для меня. Потому что рост прорастет пока. Не факт, что выпадет именно солнышко. Нужно объединяться в надежде найти что-то мелкое. Нет, не нахожу я. Ищем солнышко. Находим солнышко. Хорошо. На первое начало сдержал, но нет. Телепорт, хорошо, телепорт более-менее поможет. Нашли мы солнце, все, все. Пока это лучшее, что я нашел. Жесть. Пока это лучшее, что я нашел. И боюсь, лучше не найду, все. Просто остается ждать. Либо хороший босс сейчас выпадет, и я смогу как-то телепорты... Не, все, забейте. Это слив. Я ничего сделать не смогу. Сказал я, и тут выпало что-то такое приличное мне. Что мне не жалко использовать и продемонстрировать. И все равно неприятно, знаете, неприятно. Именно поэтому я и люблю вот брать Royal Dice вместо Вьюги. Но если бы не было сейчас Вьюги, я бы давным-давно уже слился, так что все-таки очень противоречивая ситуация. Тут либо на телепорт заменять, либо на что-то другое. Ну, сложно решить на самом деле. И поэтому я предпочитаю телепорт. Рискуем, получаем то, что нужно. Идеальный кубик для нас. Но, боюсь, мы здесь все равно особо мало что сделаем. Можем дождаться следующего босса и попробовать выжить даже таким образом. Но я сомневаюсь, что я смогу это сделать, учитывая, что происходит сейчас. Но можем рискнуть, можем рискнуть. Смотрите, по огневой мощи я по одной цели, конечно, выношу больше. Поэтому следующий босс, наверное, это тот, где я буду выпускать телепорты. И теоретически должен выживать, потому что у меня появилась еще одна заморозочка, которая мне должна хорошо помочь. Но я вижу, что я очень сильно страдаю за счет того, что он просто гасит всех очень быстро. Пожалуйста, мне просто нужно выжить до конца. Пожалуйста, рандом дай, дай мне кучу крита. Чтобы он просто критовал, как псих ненормальный. Пожалуйста. Хорошо, до сих пор мобы на уголку, и я еще имею... Нет, все, мобы ушли с угла. Но нет, я еще имею шанса. Еще имею. 20... Нет, я должен выживать. Я должен. 24 секунды это очень много. С тремя, ребята, вам, фризами здесь я должен выживать. Но очень жестко мой противник бомбит.
Я не знаю, смогу ли я его нормально загасить при помощи 40 мобов. Еще раз, ребят, слушайтесь. 40 мобов. Я не знаю, смогу или нет. Но решающий момент. Блочит он одного. Ну, не знаю, не знаю. Я, наверное, при помощи фризов его, конечно, загашу, но, блин. Все, я... Нет, здесь бесполезно. Нет смысла. Если следующий моб, вернее, босс, да, не выпадает какой-то такой полезный, прям вообще пипец полезный, то я ничего сделать не смогу. Потому что... Все, ребят. Эти... Ну, смотрите, что-то есть. Что-то имеется. Может быть, объединим, получим пятерку. Но потом мучиться с объединением еще разок. Не, вдруг будет что-то другое не нужно, да. Попробую сдержаться при помощи телепортов, которые мне выпали на начальной стадии игры. Может, они даже помогут. Очень неплохо они забирают. Но все, места в телепорте кончились. Теперь продержаться 35 секунд, ребят. 35 секунд. Я в это не верю, что я продержусь. Но при помощи фризов мне комфортно, а ему нет. Первый мини-босс проходит, и второй мини-босс уже на подходе, ребят. Второй мини-босс уже на подходе. Мне крайне важно продержаться. Просто жесть, как важно. Давай! Нет! Не доходит. 14 секунд, но я должен держаться. Обязательно должен, потому что мобы на углу. Будет АУЕ урон там добавляться по всем сразу, поэтому я должен держаться до конца. И, пожалуйста, давай, дойди до него, дойди до конца, пожалуйста. Очень прошу, да нет, не доходит. Все, ребят, последнее, что я могу сделать, это вот такое объединение. И мне не фартит с последними кубиками. Есть, выпадает то, что я хочу, но, ребят, здесь уже не доходит. Все, ребят. Я должен побеждать здесь. Да, да, забирай, забирай, потому что я знаю, что у меня будет тогда выращен сразу необходимый состав. Все. Капец. Ой, знаете, я не знаю, что сказать. Вроде бы фризы хороши, но в то же время и Royal, знаете, Royal Dice тоже бы неплохо сработали, я так думаю. Жесть. Знаете, я даже так не потею на таких рангах, как... Ну, на таких классах, как 7, 8, а тем более 9. Там вообще все просто. А здесь какие-то имбы, я не понимаю, почему. Почему 6 класс это вот сборище абсолютно всех мощных персов. Я не знаю, как это работает. Сколько уже времени? 28 минут. Знаете, я думаю, на такой эпической ноте и победе я закончу данные игры. Благодарю за просмотр. Думаю, дальше будет только больше. Будем выращивать себе крит до 1000. И уже проверим, что выйдет с этого. Благодарю за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем добра.